Салют, пионер. Доставай-ка свою зажигалку. Привет! Ты с ума сошел? Я сегодня всю ночь не спала. Я узнала статистику. На вулкане погибает каждый второй, понимаешь? Какая ты сегодня красивая. Смеешься. Не, серьезно. А мне что прикажешь делать? Что? Сидеть и ждать, когда ты погибнешь? Почему? Все люди поступают в нормальные институты, а тебя куда несет вулканолог? Людей такой профессии единицы. И потом, во время извержения, если ты хочешь знать, за вредность дают парное молоко и булочки. Такие же? Да. Вот Дима. Пусть лучше она над тобой рыдает.
Здравствуй, Дина. А вот Лилька и Антончик. Привет. 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 Ребят, сегодня вечером все у меня. В программе жареная утка, салат из крабов и торт Наполеон собственный. Чей это собственный? Ну, как собственный, домашний. Меня ты тоже приглашаешь? А я всех зову. Никого персонально, я же не приглашаю. А поскольку скидывали? Да не поскольку, ребят, ну я же говорю, я приглашаю. Нож справа, вилка слева. Это все знают. Нет, не все. Пожалуйста, убери эту мерзость. Это у меня аллергия. Ты серьезно? Конечно. Может быть, выбросить? Ну, это твое дело. Гоша Кораблёва от них аллергия. А этот Гоша Кораблёв куда поступает? Белгородвечный. Он из хорошей семьи, я знаю. Ты меня что, женишь? Он интересный мальчик. Да. Ну, знаю, знаю. Как? Да, знаю. Сонечка, милая, знаю. Нет, я хорошо слышу, почему. Да. Ну, а что делать? Да, да, это рассказывает. Да. Ну, да, ясно, ясно. Я слышу, что... Ах, слова, слова, слова. Да. Нет. 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 Ух, где собирала? На паперти. Ну? Ну-ка, разменяй. Двушечками, двушечками. Взносы, что ли? Соня, ну я слышу тебя. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, молодежь, стоите на пороге самостоятельной жизни? Стоим. 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 И не боитесь? Страшно. Немножко. Чуть-чуть. Чего бояться? Ну, как? Мы же такие молодые еще. Да вы садитесь, садитесь. Садитесь. Спасибо. Спасибо.
Как говорят, молодым везде у нас дорога. Жаль, только началась дискуссия. Ура, свобода. Все за стол. Да. Зашка, чай будешь пить? А ты? Да, она мне рассказывала. А где Зося? Я не сторож твоей Зоси. А ты ее звала вообще? А я Гоша всех звала. Вот еще. О, перенесла Наталья Куба. Нет, ты знаешь, я этого не хочу. Ну, я ничего не хочу, Еще салат, ребята, кто им? Еще осталось. Это что? Звони. Кому? Ты знаешь, кому. Пожалуйста. Перенесла тарелку. Да нет, хорошо, не надо. Тарелку мне дай. Пожалуйста. Какая прелесть. Ой, вкусно. Дина, почему? Когда гусь будет? Скоро, скоро, ребята. Не гусь, а уточка. Терпение, скоро все будет. Ну, чай, чай. Ладно, ребята, кушайте. Ну, что, приют домашний, да. Мы с мамой старались. Да. Павел, может твоя дочь иметь личную жизнь, если 2 часа сидит на телефоне мать? Подожди, подожди секунду, я возьму только сигарету. Павел, ты врач, прописал бы Зоське успокоительное. Она сегодня весь день как на иголках. Он не врач, он главврач. Он руководит, а не лечит. Ага. Зосик, пойди чайник сними. Понимаешь, Сонечка, объективная истина в этом есть. Да. Смотреть, что скажет Мистер. Точно освободишься ты завтра или нет? Я же не могу. Что ж ты, пионерочка, такая грустная идешь, а? Здрасте. Пионера твоего что-то не видать. Утку уже все съели. Ты же знаешь, куда. Ну, хочешь, я приведу тебе твою обожаемую Зусь? Зачем же у тебя гости? А что мне гости?
Здравствуйте. А где Зося? А Зоси нет. Как? Ну, так ушла. Что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Как же вы ее отпустили? Ну, ей не 2 года. Всего доброго. Я еще зайду. Заходите. Или позвоню. Или позвоните. Гоша, если тебе когда-нибудь понадобится друг, ты мне только скажи, я все для тебя сделаю. Ну что ты для меня сделаешь? Все. Ну что? Ты даже не представляешь, Гоша, что я могу для тебя сделать. Абсолютно все. Гоша, я вот думаю, завтра последний звонок, потом экзамены, потом мы все разойдемся. Я тебя никогда не увижу. Никогда. Я не могу так, Гошенька, я не могу так. Ну, пожалуйста, ну скажи мне, ну мне так хочется что-то сделать для тебя. Ну я не знаю что. Ну скажи, Гоша, ну хочешь я на колени перед тобой встану? Да нет, я уже встала. Встань. Ну я стою уже, ну не трогай тише, меня. Тише. Встань. Знаешь что, не ходи за мной больше, а я тебе очень хорошо. Гоша! Иди домой. До свидания. Я очень извиняюсь, тут пьяные ходят. Дина, что ты? Ну что, где ты была? Где ты был? Я сижу 100 лет в одиночестве. Зоська, ну ты замерзла совсем. Да нет, я здесь сидела, загорала. Пока ты там с Диной жрал Наполеон. И утку. И утку. Я тебя искал, Зось. Нашел, где искать, у Дины. Я тебе звонил целый день. Весь вечер звонил, но у тебя все время занято. Я думал, ты трубку сняла, не хочешь со мной разговаривать. Ну, ты с ума сошел. Я здесь 100 лет сижу. А коты орут как помешанные. Какие коты? Где коты? Гошка. Как хорошо, что ты нашелся. Я все время боюсь, что мы с тобой поссоримся. Навсегда. За ерунды. С чего это ты взяла, что мы с тобой поссоримся? Люди любят друг друга, а потом перестают. От чего? А это от глупости. А мы с тобой люди умные. Зоська, это ты? Я. Поешь. Хорошо.
Замки тут у вас. А здесь до нас коммуналка была. Мы съехали с бабушкой. Она в прошлом году умерла. Я сейчас, подожди. Фантастики тут у тебя полно. Здорово. Хочешь есть? Московское время 8:07. Повторяю, московское время 8:07. Ты должен с ней поговорить. Она опять всю ночь шлялась. У нее любовь. Любовь? Это прекрасно. Ну да, конечно, это прекрасно. Только ты подумай, чем это кончится. Зось, тебе поздравление от Кати из Алматы. Что? Ну что, она же встала? Угу. Это какой-то кошмар. Я каждое утро трачу по часу на то, чтобы разбудить Зоську в школу. Слава богу, сегодня последний звонок. Надо будет решить, что мы будем делать летом. Пока Зоська здесь, сдает экзамены, естественно, мы тоже здесь. Потом хорошо бы в Сочи поехать отдохнуть. Надо будет списаться, чтобы оставили ту же комнату, что в прошлом году. Я так выдохлась, так устала. И зима была трудная, да и весна не лучше. Доброе утро. Угу.
Привет. Привет, а ты чего в черном фартуке? Мы же договорились с белым. Да ладно, так сойдет. С праздником. Спасибо вам. Спасибо вам. Как хороши вы, девочки мои. Вы сами не знаете, как вы хороши. Знаем, мы знаем. Товарищи. Ну, ребята, от имени учителей, спецсовета, РАНО и от себя лично поздравляю вас с этим важным днем. И в этот день мы хотим вам пожелать, чтобы вы всегда оставались людьми. Что бы с вами ни случилось, будьте людьми. Вы уже выросли. И ждать вам помощи больше неоткуда. Помогайте себе сами и помогайте друг другу. Сегодня вы прощаетесь со школой. И сегодня для вас прозвенит последний звонок. Гош, вот еще. Наконец-то я сижу рядом с Н.Н. И надеюсь, что это будет всегда. Сердце бьется в восторге, упоении, готов вырваться из груди. Слушай, а кто такой Н.Н.? Неважно. Как это неважно? Ну, неважно. Ты же все равно не помнишь. Так, в каком классе это было? В шестом. Зось, а зачем ты все это хранишь? Ну, сейчас я все помню, а потом забуду. Говорят, после школы жизнь катится со страшной скоростью. Гош, я что сказать хотела? Если у нас будет ребенок, то пусть он будет. Пусть будет когда-нибудь. Нет, сейчас. В феврале. Ко дню Советской Армии.
Что-то я ничего не понимаю. Что ж тут непонятного? Привет. Привет. Ты с пляжа? Да. Завидую. А я вот за булкой бегала. Вода теплая? Ничего. А я все никак не выберусь. В воскресенье можно ко мне на дачу поехать все вместе, а? Бублики, да? Ты что, голодный? Слушай, так пойдем к нам обед. С папой заказ приволок с икрой. Пойдем. У меня очень милые родители. А папа тебе про военную службу расскажет, очень занимательно. Серьезно? Да. Были мальчишками, мечтали о форме. Высшей моды была погоной. А вы кушайте, не стесняйтесь. Да, командовать людьми, а это дело. Возьмите зеленый лучок. Спасибо. Спасите. Я люблю, чтобы все было съедено. Иначе я не люблю. Командовать надо уметь. Правда, сними ты китель, что ты паришься. И подчиняться надо уметь. Разрешается. Пожалуйста, Владимир Юрьевич. Пожалуйста. О, Гоша, мы по этим гарнизонам помотались. Вот вы спросите Диночку, где она родилась. Ну, мам, ну скажи, скажи. В Агри-Арктиске. Знаешь, Гоша, такой город? О, Гоша. Даже вы не знаете. И тут, когда подошли, я сказала, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прекрасно выглядите. Спасибо. Вы тоже не дурны? Гоша. Здравствуй, Гоша. А вы что сачкуете? Давайте, сэр, работать. Володя, включались. Ну, что нового? Ну, я просто так сказал, просто пошутил. Что ж ты, Зоська, молчишь? Бойкот, да. Между нами. Все? К сожалению, все. Все, Гош, понимаешь, все, все. Все. А ты не нервничай, ты спокойно. А почему никто не танцует вальс?
Гош, ну ты хоть танцуешь вальс? Не знаю, наверное, танцую. Пошли. Кнушевицкая, помогай. Любишь птичье молоко? Если бы ты знала, где я его доставала. А уж кто мне помогал, ни за что не отгадаешь. Ставь сюда. Так, дай-ка стульчик. Развязывай. Торжество идет. Обидно, что Кораблев до медали не дотянул. Я-то с Диночкой из-за него вся испереживалась. Давай попробуем, а? Давайте. Зря мы, что ли, доставали, мучились. Немножко. Ничего особенного. Торт как торт. У меня лучше получается иногда. А вот ты, Зосенька, у меня дома так и не была. А зря. А вообще, ни в медалях и ни в аттестатах счастья. Забыла я тебя поздравить. Поздравляю. Спасибо. Желаю счастья, чтобы все было хорошо. Хотела я тебя еще спросить. Да. Ты ведь комсорг, лучше все знаешь. Эй, как здорово. Это для нас? Конечно. Кто это за человек, Гоша? Кораблев? Да. Вообще-то я о нем все знаю. Только вот с родителями не познакомились, они все в отъездах, в разъездах у него. А ведь может так случиться, что он войдет в нашу семью. Ну как? Ну, а я? На. Давай помогу. Девочки, это чей? Это чей, девчонки? Мой. Ну как, похоже на мировой мотив. А я? Ну-ка, дай, Лилька, дай примерить. Держите волосы. Давай, помогу. Вот. Ну, идет мне. Девчонки, говори. Идем, идем. Лилька, сейчас я иду, иди, иди. Сейчас приду. Зусь, Зусь, ну что с тобой, Зусенька? Тебе плохо, Зуся, да? Что случилось? Сейчас я Лильку позову. Нет! Быстро. Принеси мне мой плащ. В кабинете физики. О, Боже, я устала тебе объяснять. Ты как глухая. Дорогая, ты не вправе решать эти вопросы самостоятельно. Ну, как-никак, ты от нас материально зависишь. На это тебе нечего ответить. Ребенок — это дорогое удовольствие. Но учись, наконец, трезво смотреть на жизнь. Ну, ты подумай, ты поступаешь в институт, у тебя прекрасные шансы. Да еще с твоим английским. Тебе поступить пару пустяков. Ну, хорошо, давай рассмотрим другую ситуацию. Допустим, ты рожаешь. Тебе что, душно? Вы выходите? Какого черта ты вышла из автобуса? Еще ведь рано. Вот видишь, ты уже не можешь ездить в автобусе. Представь себе, так 9 месяцев ходить пешком. На, возьми. Что здесь? Я быстро.
все в порядке. Десятая палата, я договорилась. Завтра же домой. На. Ну, не трудись. Ты только подумай, как будет хорошо, когда все это кончится. Сдашь экзамен, мы сразу поедем к морю. Отец меня презирает. Ну ты что, с ума сошла? Он что, святой? Зося, Зосенька, ну не бойся. Все будет хорошо, не бойся. Господи, чего еще в жизни такого будет? Чего тебе? Голова болит? Или страшно? Это правда? 90%. А то и помереть можно. Ты только завтра утром смотри, ничего не ешь и не пей. Ванна теперь нормально. Может, в твой дни помещается. Сколько мне замена? Почти 1,90 м. Громила, батюшки. Теперь помещается с грехом пополам. Ты знаешь, все равно ребята с нами в одной комнате. Анька так и осталась смышленой, хитрой. Все понимает абсолютно. Знаешь, даже подглядывает. Ну, растет. Растет. Знаешь, что-то мы с тобой редко стали встречаться. Когда? Все некогда, все бегаю. Действительно. Но ты все там же работаешь. Да, все там же. Все по-старому. Будь директор, принеси мне водички. Похолоднее там кран открой. Директор тот же. Там же. Господи, какой тощий. Да. Спасибо. Ты что сидишь? Ну-ка, давай ложись. Быстренько ложись и спать. Спи, спи, время быстрее пройдет. Ты знаешь, собираюсь на будущий год отправить своего Андрюшку. Пионерский лагерь на море. Ну что, хорошо. Ой, уже не так страшно. Первый раз. Ну, ничего, пусть привыкает. Привыкнет. А сколько они? 7 лет. Извините. Извините, пожалуйста. Да. Я, пожалуй, пойду. Куда? Понимаете, я передумала. Что передумала? Я передумала, я не буду. А-а-а. Врачей надо подождать. Хотите, я расписку напишу или что там нужно? Да не надо, у меня все равно ключей от гардероба нет. Интересная книга. Детектив. Главное, кто убийца, так и непонятно. У меня отец и мать от рака умерли. Решил всю свою жизнь посвятить медицине. Я ее ненавижу, ничего в ней не понимаю. Ну ладно. Передумал, так передумал. У меня запасной ключ есть. Надеюсь, ничего с собой не прихватишь.
то за шмотки мне отвечать. Да. Павел, это наверняка Зоська. Она не хочет со мной говорить. Возьми трубку. Да. Папа, я сбежала. Оттуда, из больницы. Ну да. И все. Никого не хочу видеть. Не хочу. Почему она не идет домой? Боится. Кого? Меня? Нашего дома. А чем плох наш дом? Чем плох наш дом? Не понимаю. Всем. Не понимаю. Зоську надо позвать, она мокнет под дождем. Так, ладно. Что ты собираешься делать? Придумаю. У меня есть друзья, они мне помогут. Да, друзья у тебя есть, подруги. Одна из них звонила вчера вечером раза три. Кажется, ее зовут Владик. Я ухожу. Хватит. Чего ты вдруг закурила? Ой, Лилька, ой, Лилька, что мы делаем? Что мы делаем? Ну что мы такого делаем? Ты же его любишь. Я его насильно на себе женю. Приглашаются на торжественную регистрацию брака невеста Соловьева Дина Владимировна и жених Кораблев Георгий Александрович. Прошу свидетелей со стороны невесты встать рядом с невестой, свидетелей со стороны жениха рядом с женихом. Прошу невесту, жениха и гостей пройти в зал торжественной регистрации брака. Перед актом торжественного бракосочетания необходимо знать, является ли ваше желание вступить в брак взаимным, искренним и свободным. Невеста, ответьте. Да. Жених, ответьте. Да.
С вашего обоюдного согласия, которое вы выразили в присутствии ваших свидетелей и гостей, брак между вами регистрируется. Я попрошу невесту и жениха подойти к столу и скрепить подписями ваш семейный союз. Пожалуйста, друзья. Невеста, передайте цветы жениху и снимите правую перчатку. Распишитесь, пожалуйста, своей добрачной фамилией вот здесь и здесь. Передайте ручку жениху. И возьмите цветы. Распишитесь вот здесь и здесь. Бюро по трудоустройству приглашает мужчин и женщин в возрасте до 40 лет с образованием 7-10 классов в учебно-производственный комбинат профтехшколы на обучение специальных... В полном соответствии с законом о браке и семье Российской Федерации ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. И прошу супругов поздравить друг друга с законным браком. Ну, пожалуйста, поцелуйте друг друга. Что с вами? Ничего, ничего, не обращайте внимания. У меня было... Ой, что, что такое? Я открою. Откройте сейчас окно. Эх, всю свадьбу испортила. Три ночи подряд не спала. Все готовила, убирала. Голубушка, как нехорошо все получилось. Ничего, извините. ничего, не волнуйтесь. А где же Георгий Александрович? Да был здесь где-то. Свадеб в день бывает? Сегодня 38, завтра 40. А вообще сейчас много женятся. Ну как там мама? Тихо! Что тебе надо? Брысь! Брысь! Пиши! Зось!
Зось, а ты еще не купила. Смотри, какая комната. Ну, не мешай, не мешай. Пиши. Цемент. ВСУ 14. 12-й бригаде. Раскрек. Алло, идите на улицу, перемерите хоть весь универмаг. Алло, алло. Да не тебе, я говорю. Ты... Ой, какой, на улицу. А у нас, может, обеденный перерыв. Сам на улицу иди. А то гонит. Так. Что делать? Ну, нечего делать. Пиши. Успею, покажи. Поднос 15%. Ручная кладка 80%. Где ты пишешь? Ну, где ты пишешь? Я не могу. Так кричите, я ничего не могу. Я не понимаю. Ну, голос у нас такой. Ну, пиши, пожалуйста, пиши. Ручная кладка. 80%! Кнушевская есть? Кнушевицкая есть. Зось, тебе сестра. Ну, иди уже, иди. Боже, какая радость. Живая. Как ты меня нашла? Обтрепалась немножко. Рабочая одежда, удобно. Ты где живешь? Общаги. Ну и что тебе здесь очень интересно? Ты бы хоть спросила, как мы живем. Ну как вы живете? А мы разбежались. Квартира теперь свободна, можешь жить. Ключ у тебя есть? Не потеряла? А вы как разбежались? Совсем? А ты как ушла? Совсем? Или временно? На, держи. Что это? Что-что? Соки, фрукты. Куда я дену на работе? Давайте я возьму. Я все равно общежитие. Так я занесу. Спасибо. Что ж ты, Канушевская, карандаш унесла? Канушевицкая. Привет. Ты чего раздетый выходишь? А ты чего здесь маешься? Проходи. Да. Ну да. А он что? Вот я тебе тут теплые вещи привезла. Ну спасибо, я тебе перезвоню. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Ну, сейчас я. Ты торопишься? Мы уходим. Ну, и я на минутку. Мы на машине можем тебя подвезти. Спасибо, мы сами. Да, вот... Отец тебе тут письмо написал. Оно было не запечатано, извини. Ничего страшного. Он сейчас на даче у приятеля живет. А я знаю. А я дома была. Пусто. Даже глупо.
Счетчик приходила проверять. Ты сейчас с ним? Пока. Я старше его, скоро надоем. Все было, и ничего не осталось. Ни мужа, ни дочери. Скоро внук будет. Зоська, ты худенькая такая. Может, у тебя и нет ничего? Все в порядке. По острым иглам яркого огня. Где наш мужчина? Мужчина открывает шпроты. Где мужчина? Ну сейчас, секундочку. Ох, и трудно дается мне эта рыба. Разрешите разбить? Разбей, Пушкин. Без имени и в общем без судьбы. А вы правда Пушкин? Да нет, я просто живу в Пушкине. Слава из Пушкина. Волосы у вас такие, шелковистые. Который час? Ровно 12 минут 12. А знаешь, Зос, у тебя вообще-то ничего почти что не заметно. Это вы про что? Иди к черту. Чего-то я вас обругала. Ладно, пойду звонить. Я провожу. Папка, я так рада тебя слышать. Ну, я поздравляю вас. Ага. Знаешь, иногда бывает очень страшно. Я ничего не могу сделать с собой. Ну? Да нет. Ты знаешь, я не понимаю, зачем я живу. Я все время думаю только о нем. Ты не о ребенке. Ну ладно. Да. Ну счастливо. Угу. Садись скорее в машину. Ну махнем нам в Пушкино, у нас веселее. Нет, спасибо. Я не могу. 7 месяцев очень опасный период. Ну а мне-то что делать? Машину отпускать. Ну и куда же он подевался? Слава из Пушкина. Уехал в свое Пушкино. Не пробуй эту мерзость, гнусность и пакость. Тебе вредно.
Ты кто? Что ж ты плачешь, Митенька? Не плачу, я пою. Очень грустная у тебя песенка. Волчья песенка. А сколько тебе лет? Сколько? Вот сколько. А у меня муж не пришел. Мы с ним собирались за город Новый год встречать, а он не пришел. Уже давно должен был прийти. А муж это кто, мой папа? Нет, Митя, это не твой папа. Это один очень плохой человек. Он раньше был очень хорошим, а потом стал плохим. И он меня совсем не любит. Ну, казалось бы, жить да радоваться. Квартиру нам купили, мебель. А он даже смотреть на меня не хочет. Хоть с компанией. Отбросы какие-то, бандиты. А я никуда не хожу. Я гриб. Сядь. Сядь, пожалуйста. Сядь. Господи, увидела бы тебя сейчас твоя обожаемая Зося. Она бы ноги от тебя побрезгала. Сядь! Как ты изменился, Гоша. Ты очень изменился. Ты меня совсем не любишь. Нет. Что нет? Не люблю. А я тебя ненавижу! Ненавижу, падаль, гадость, мерзость, мерзость! Слушай, дай сигарету. Сигарету мне принеси, пожалуйста. Я долго думал. Наверное, нам с тобой надо разъехаться. А лучше разойтись. Я, наверное, институт брошу. В экспедицию уеду. Вообще, больше всего в жизни я ценю независимость. Когда чувствую, что попадаю в кабалу, то просто ухожу. Сейчас она выглянет. Вот она.
Зосенька, ну как ты себя чувствуешь? А? Бледная какая-то. Пан, ну ты же врач. Пойди потребуй, пусть тебе дадут халат и пропустят к ней. Зоська, ну как мальчик? Ты знаешь, как она его назвала? Бред собачий, Васька. Ты скажи, где ты такое имя нашла? Так и вместе. Зоська, поздравляем! Ура! Ура! Васька. Хороший человек. Молодец. Вот. Это от Шуры. Но он Грибуниной. Ты знаешь, она извиняется, что она понушенная немножко. Но вообще знаешь, она какая чистюля. А это от меня. Что это? Спиннинг. Ну, конечно, несколько лет он ему не понадобится. Но потом Васька мне спасибо скажет. Где же наша Мадонна с младенцем? Батюшки, куда же вы растете? Мы взяли обязательство расти до 3 метра. Не рано ли? Там и раз. Нынче акселерация, растут как грибы. Зося, а как ты его назвала? Василий. Ну, прям как кот Васька. А почему он такой маленький? А все дети такими рождаются. А по-моему, он хорошенький. А по-моему, он на меня похож. Молчи ты. Зося, а правда говорят, что они все видят вверх ногами? Смотри-ка, проснулся. Это он тебя испугался. Ну, пока. Счастливо. Агушка-то ничего не знает, Зоя. Будь здорова. А можно мы завтра всем классом придем, а? Приходите. Ну что, за нашего внука, бабушка. За нашего внука, дедушка. Ты, говорят, женишься? Еще не развелся. А ты как? Замечательно. Получила повышение, я теперь зав. отдела. Квартиру, наверное, надо разменять. Мне не надо. Мне тоже. Тогда зачем разменять? Да, действительно.
зачем. А у тебя есть где жить? Угу. У подруги. Я знаю. Нет, действительно, у подруги. Понимаешь? Я понимаю. Ну, прекрасно. Заснули. Ну что, наверное, надо идти. Мы Зоське мешаем. Thank you.
Привет. Привет. Ну, как ты живешь? Как все. А ты? А я, знаешь, плохо. Пойдем. Пойдем. А вот он явился. Давно не видишь, как все глупо получилось. Все не так. Я из института ушел. Еду в экспедицию. Мне пора уходить. Куда? Надо. Я и так уже опоздала. Тебя ждет кто-то? Ждет. Ты его любишь? Очень. Кто он? Разве ты не знаешь? Неужели ты так ничего и не знаешь? Кто же он? Сын. И как же ты его назвала? Васька. Имя какое-то кошачье. Василий Кнушевицкий. А что же мне теперь делать? Уехать? Утопиться? Выпрыгнуть из окна? Что? Мне, Гош, пора идти. Зось, я бы хотел его увидеть. Ваську. Можно?